Двое суток в аэропорту. Уже столько ожидают своего вылета во вьетнамский Ничанг 336 пассажиров авиакомпании Azur Air. Самолет должен был отправиться еще во вторник, но по последним данным, лайнер покинет аэропорт Кольцово только сегодня в 13:30. По словам пресс-службы аэропорта, пассажиры пока размещены в гостинице. Им предоставлены напитки, питание. По факту, даже не многочасовой, а многодневной задержки рейса, специальную проверку начала Уральская транспортная прокуратура. Почему вы избегаете встречи с нами? Так вы уделите вы самолетом. Нет, ну кроме вас есть кто-то еще представитель? Нет, здесь есть. Он еще не занимается самолетом. А почему? Михаил, дайте я вам поговорю. Два дня. Мы связались с ожидающими вылета в Кольцово. Они рассказали, что представители аэропорта общаются с ними только по ночам, ближе к полуночи, и здесь не видели их. Между тем, деньги за путевки и перелет заплачены большие, и люди боятся их потерять. Никто за путевки нам денег не вернет. Более того, представителя туроператора «Анекс Тур» мы даже не видели, к нам он не выходил. На звонки нам отвечает московский офис и говорит, чтобы мы обращались по месту покупки наших путевок.